это вот источники в Гималаях, откуда берет начало река Трисули. Великая река. Они наполняют сначала озеро Гасайкунда и потом еще целый каскад озер. Считается, что они образовались после того, как Шива ударил в горы своим трезубцем, Трисулом. Поэтому и река называется Трисули. Гасайкунда. Вот алтарь. Необычная лежащая форма. Буддисты навесили здесь лунгта и ходаков. Очень жалко, конечно.